Из ниоткуда, как ясное солнышко, появляется Борис Мельцев со своей шикарной улыбкой. Ну, наверное, и начнем с непланово. Борис Мельцев. Спасибо, друзья. У меня внеплановый мастер-класс «Динамическая медитация Ошо». Просили повторить. Сегодня повторяем. Взорвем сегодня весь товарик, как обычно. Все, кто еще, может быть, там спит, быстро проснутся. Возможность наполнить энергией весь свой день и не только день. Быть тотальными на 1000% с утра. Отпраздновать новый день. Вот там, как всегда, каждый день. Ну, сейчас немножко другое время, но в одном и том же месте у игротеки. Динамическая медитация Ошо. Приходите, всех жду. Это был Борис Мельцев из теплого Израиля. Также хочу напомнить, что у вас есть программки, в которых есть контакты тренировок, с которыми вы сможете связаться после нашего фестиваля. У нашего фестиваля есть четко выраженная идея, то есть мы существуем для того, чтобы вы, участники, нашли для себя, возможно, то направление, которым вы хотели дальше заниматься либо учиться, возможно, хорошего терапевта, а возможно, просто как бы вы приезжаете ради хорошего настроения и атмосферы. Все равно как бы есть контактики, вы их смотрите, отмечайте и пользуйтесь. Алиса. Плановые тренировки. Итак, начнем мы с Кириченко Ольги, мастер-класс ресурсы возраста. Такая присутствует. Кириченко Ольга, ура, килограмм конкрет. А далее перевнос Елена. Это прекрасная женщина, еще один член оргкомитета и помогает не только в детской комнате, а как-то она так из ниоткуда везде возникает в нужных местах. Доброе утро, Давали. Приветствую вас. Все с такой ранним подъем. Я приглашаю на свой мастер-класс, называется он «Мозг на встречу друг другу». Это на исследование мужско-женских отношений. Не обязательно, что когда они есть, можно исследовать и почему их нет, например. Это будет в основном практическое занятие, теории, можно сказать, не будет. В основном арт-терапевтические методики. Приходите, кому интересно, буду рада видеть. Аудитория номер 3. Елена Кривонос. Далее просим на сцену Лизу Татьяну. Ура! Танюша не заболела. Заболела, но пришла. Мера ответственности, Анечка. Доброе утро. Мой мастер-класс называется «Амулеты и обереги наших предков. Славянская традиция». Поговорим сегодня о знахарстве. Кому интересно, приходите, я там сижу, прям ну, на солнышке посидим и вообще поговорим. Лиза Гуд Татьяна, и рекомендую ее поить чаем, потому что она вчера хотела заболеть, но у нее ничего не получилось. Она приехала ради вас. Следующий нас ожидает магическая музыка «Охотник Евгений». По игре на таких вот чудных музыкальных инструментах, которые изобрели в 21 веке. И играть на нем может абсолютно каждый. Вот. Достаточно просто чувствовать ритма. Приглашаю всех маленьких, взрослых, неважно. Инструмент называется очень по-разному. Space Drum — это космический барабан, он называется глюкофон, танк, драм, по-разному. Суть у него одна. Где будет наша прекрасная леди? Охотник Евгений будет в холле, в первой аудитории, это холл
На втором этаже второго корпуса. Холл второй этаж второго корпуса. Да. Я знаю, что этот инструмент действительно изобретен в 21 веке, но на самом деле тут зависит, из какого материала он сделан, вообще кто его изготавливал. В общем, все эти секреты вам расскажут в холле первого корпуса на втором этаже. Второго корпуса? Второго корпуса, точно. Там хорошо. Далее мы ожидаем на сцене Невмирич Сергея. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте, Наталья. Да, килограмм конфет за вчера, потому что вас не было на первой линейке. Да. Это у нас уже традиция за то, чтобы тренера были более сознательными. У меня обращение к взрослой аудитории. Поднимите, пожалуйста, руку, кому не нравится заниматься сексом. Кому не нравится заниматься сексом. Какой-то вопрос такой странный, не знаю. Тогда поднимите руки, кому нравится заниматься сексом. Спасибо. Остальные, я так понимаю, или стесняются, или у них проблемы. Сетевой маркетинг и интим не предлагать. Часто встречается такое объявление. Поднимите, пожалуйста, руки, кому нравится сетевой маркетинг. Спасибо. А поднимите, кому не нравится сетевой маркетинг. Отлично. Сегодня я открою тайну, почему людям не нравится. Как сделать так, чтобы получать от этого удовольствие и какая польза с этого тренерам и психологам. Спасибо. Сергей Немирович. Килограмм таким, либо конфет, либо чего-то другого не отменяется. Вот. А чтобы мы этим килограммом не объелись и не стали ужасными, не смогли работать, вот, нам расскажут, как жить, питаться конфетами и при этом здорово, юродник Светлана и Письменского Ирина. Доброе утро, товарищи. Сегодня моя лекция «Обмен веществ». Вы знаете, что то, что мы едим, все превращается в энергию. Только у одних быстро, а у других медленно. Вы узнаете законы, по каким можно все это ускорить. Мы есть не то, что мы едим, а мы есть то, что мы усваиваем. Приходите ко мне на лекцию, я думаю, вам будет интересно. Где? Возле столовой. Так что приятного и вкусного питания вы сможете найти Светлану либо возле столовой, либо в большом зале. А далее нам расскажут про игру ГО Мазурок Дарья и Ушаков Максим. Это тоже члены оргкомитета. Дашенька, наверное, еще спит. Дашенька, наверное, в детской комнате потерялась. Максим помогает на аппаратуре Александру Петровичу Ковчику. Доброе утро, товарищи. Всем, наверное, известно, что так проснулся, встал, проснуться забыл. Хочу сейчас продемонстрировать несколько движений, упражнений, которые помогают мне, когда на второй день соревнований, после насыщенного первого дня, включить быстренько голову и рабочий инструмент у нас голова и руки. Разогреваемся, чувствуем такое тепло уже пошло, и начинаем голову массировать, каждую клеточку массируем. Да, массаж головы очень полезная штука, рекомендую. Постучали, погладили, хорошо. Ушки размяли, хорошенько размяли мочки. Потерли, опять постучали, погладили. То же самое с лицом. Пощипали немножко брови, вокруг глаз. Потерли нос. Нажали такую точку под корень глаза. Массажные линии кому-то помассировать, разгнали. Опять постучали. Поглажили. Шею размяли немножко.
Чистоте жила проснулась, готова к подвигам. Приглашаю вас с включенной головой приходить в пятую комнату, и там покажем еще упражнения для головы под названием «Игра голод». Интеллектуальная игра в сравнении с шахматами, лучше не сравнивать, они просто разные. Приходите. Максим Ушаков, второй корпус, второй этаж, пятая комната. Я уже думала об этом комплексе, на самом деле есть еще массаж ног, мы уже так постепенно на пол будем перемещаться. Да я в курсе, просто поэтому уже думаю, ну все, мы будем делать массаж, никуда не пойдем. Ну, радует, что многие тренера и участники все-таки добросовестно повторили за Максимом и активировали свой мозг, потому что на самом деле у нас остался лишь один тренер, Писанова Оксана. О, я не слышала. Спасибо за угощение. Доброе утро всем. Рекомендую группу ОМ, потому что сегодня утром уже поиграла с компьютером. У ребят научилась, они не научили. Я проигрываю компьютер. Видите, мог сшибательный наряд. Это сочетание спортивного наряда и согревания. Поэтому предлагаю пойти согреться. Кундалини-йогу. Будем креться. В 10-й аудитории. Холл первого корпуса первого этажа. И на этом, собственно, наша линейка закончилась. Перейдем к мастер-классам.